В муниципальном центре культуры поселка совхоза имени Ленина успешно внедрили новый формат мероприятий. Он получил название «Подмосковные вечера». Как правило, на концерте минимум оборудования, да и понятие сцены здесь весьма условно. Задача таких выступлений в том, чтобы в неформальной обстановке познакомить зрителей, жителей и гостей поселка с различными исполнителями, работающими в самых разнообразных творческих жанрах. Каждую неделю устраиваем музыкальные вечера. Мы приглашаем разные творческие коллективы. У нас выступают не только сотрудники Центра культуры и участники творческих коллективов. Также мы приглашаем с Ленинского городского округа, с Москвы. Этот формат был придуман и запущен еще год назад. Он показал, что людям очень нравится такой почти домашний способ подачи музыкальных номеров. По сути, здесь нет заранее подготовленной четкой программы. Артисты сами вольны выбирать, что исполнять перед зрителями. В среднем один концерт идет где-то час, как обычно. Ну, если публика просит, можно устроить и полтора, и два. Все зависит от настроения, желания зрителей и артистов самих. Первый концерт в рамках «Подмосковных вечеров» прошел в формате так называемого «квартирника», где выразительные средства – это гитара и голос. Нередко погода вносит свои коррективы в расписание концертов, но в первый в этом году раз все прошло как по нотам.